Сегодня 7 ноября 2018 года. Находимся мы в селе Новоселица Шепетовского района Хмельницкой области. Вот. Сегодня происходил ввод в эксплуатацию мобильной зерносушилки производства турецкой компании ОЗУ. Это модель ТКМ-33. 33 это емкость 33 метра кубических, это емкость основного цилиндра в разложенном положении, в рабочем положении. Сушка зерноматериала происходит благодаря горению дизельного топлива. Вот, установлена система впрыска и горения итальянское. Это итальянское оборудование. Вот, установлены две форсунки для горения, которые работают одновременно для разогрева и потом поочередно для поддержки температуры, для экономии топлива. Состоит у нас сушилка из рамы, на которой установлен основной цилиндр. Нижняя часть изготовлена из нержавеющей стали. Плюс установлены домкраты вот, по всей ширине и установлены уровни, чтобы задать уровень, горизонт установки машины. Дальше у нас находится загрузной шнек. Вот. Загрузной шнек, над шнеком пульт управления шнеком. Можно управлять им с основного пульта, можно отсюда, с этой стороны. И опять же аварийный останов. Может оператор здесь остановить или на основном пульту. Вот. Зерноматериал через горизонтальный подающий шнек вертикальным подается в верхнюю часть. Вот в верхней части видно, как наполняется цилиндр. Сейчас идет процесс сушки, горит печь. Печь подает горячий воздух в внутренний цилиндр, вокруг которого скапливается, стекает как бы через него зерновая масса и тем самым разогревается и просушивается. И в нижней части находится привод, и зерно как бы циркулирует снизу вверх. Тем самым обеспечится процесс сушки. Мы видим, как идет пар, зерно уже разогрелось. Да, в нашем случае кукуруза. Кукуруза вот из-под комбайна сразу подается к сушилке. И идет процесс сушки, чтобы обеспечить качественное хранение кукурузы. Так, основная задача при установке сушилки, установили ее преимущество в том, что она передвижная, она мобильная, может находиться в любой точке хозяйства. Это очень удобно. Тавотницы вынесены для удобства смазки отдельно на раму в этой части и в этой части. Производится смазка трущихся узлов. Сетка триерная. Это у нас стоит для кукурузы. И для сушки рапса необходимо заказать другую сетку с меньшими ячейками. Выгрузной шнек для выгрузки вот этими двумя веревками. Поворачивается клапан и производится выгрузка. Это можно даже сделать сейчас, вот когда идет процесс сушки. Это у нас камера горения. Вот здесь. Это как сама печь, где происходит нагрев воздуха и подача воздуха в сушилку. Это вентилятор, здесь стоит вентилятор, который нагнетает горячий воздух. На данной сушилке у нас установлена дизельная система обогрева. Стоит две форсунки, которые работают одновременно или по очереди. Для системы, в принципе, вся конструкция снимается очень быстро. При помощи двух болтов она вынимается и там производится контроль и обслуживание. Очень удобно и доступно. Ничего не нужно там глобально разбирать. Сушки при помощи сжигания рапсового масла необходимо заменить только форсунки. Саму топливную систему. Для этого нужно заказывать с завода, ничего глобального больше в сушилке не меняется. Только меняются форсунки и система подачи. Вот. Но лучше это заказывать на заводе. Сами форсунки и оборудование у нас итальянское производство, вот оно. Это то, что обеспечит горение топлива. Вот у нас идет подача топлива. Здесь у нас расположена электроника. Электроника, которая управляет горелками и контролирует температуру. Автоматически происходит разжигание горелок, запуск.
Есть у нас пульт управления. Пульт управления, предохранители. Опять же, есть предохранители на горелках. Предохранители здесь. Задается температура на горелках. Разница 10 градусов, максимальная и минимальная. Две горелки. Сразу загорается две горелки одновременно для разогрева. И потом работают по очередности. Одна отключается, одна работает. Для постоянного поддержания горелки. Так, пульт управления сушилки. Так, это вот метр. Это контроль температуры продукции, ну, зерноматериала в сушилке. Это здесь задается температура на горелках. Верхний и нижний параметр, который задается на первой и на второй форсунке. И форсунки работают по очереди, одна и вторая. Ну, сначала одновременно при разогреве, потом одна отключается в целях экономии, работает одна. Вот сейчас работает одна форсунка. Вот у нас отсюда визуальный контроль камеры горения. Вот. Вот сейчас у нас работают две форсунки снова, подключаются. То есть вторая форсунка работает в эконом-режиме для поддержания. Здесь у нас необходимая температура, которую нам необходимо достичь материала. Контроль влажности материала, рабочие часы и контроль системы охлаждения материала. Здесь у нас пульт управления. Старт – это подача, включение вентилятора, включение загрузки, включение режима сушки, автоматическое охлаждение. Здесь аварийный останов, система включения освещения и лампа. Лампа – это аварийная сигнализация. Топливный бак емкостью 800 литров. Плюс, что очень важно для нашего, для наших реалиев, идет ключ. Этим ключом закрывается топливный бак, крышка топливного бака и шкаф. В боковой части у нас установлена лестница, она складная. Плюс в верхней части возле лестницы установлен датчик контроля загрузки. При срабатывании, при полной загрузке срабатывает датчик, он автоматически отключает подачу. Он автоматически отключает шнек по загрузке, то есть подачу зерноматериала в сушилку. Сушилка оборудована системой аспирации. Отдельно она включается на пульте, также может работать в автоматическом режиме. В процессе трения, циркуляции как бы зерноматериала отделяется шелуха, и сушилка, мало того, что она обеспечит процесс сушки, она обеспечит еще процесс очистки материала. Опять же, здесь у нас в таком как бы быстром режиме она запускалась. Обычно ставится в хозяйстве отдельный рукав, куда это все выводится и накапливается. То есть материал, мало того, что он из сушилки выходит как бы готов для хранения длительного, он еще очищается.